Противостояние взятых в осаду пенсионеров Канавинского района и атакующих их риэлторов сегодня продолжилось. Как мы сообщали в ходе этого противостояния, риэлтор, выкупивший долю в квартире и которого в квартиру хозяева не пускают, сломал замки на входной двери, пока хозяйки не было дома. В квартире оказалась заблокирована в одиночестве престарелая мать хозяйки квартиры. Пришлось привлекать полицию и МЧС, чтобы вскрыть дверь. Хозяйка квартиры считает, что эти риэлторы специализируются на том, что скупают доли в квартирах, где есть конфликты между родственниками, а потом выживают оставшихся в квартире. Сегодня риэлтор, выкупивший долю, снова попробовал зайти в квартиру. Здесь была выгодная цена. Разве нельзя купить? Что-то незаконное совершил? Я купил квартиру, все довольны. Продавец доволен, покупатель практически доволен. Претензии у кого? Жители недовольны. Ну, конечно, она бы хотела жить в замке или вообще одна на этом районе. Тогда бы так были бы все довольны, как вы считаете? Да что у вас за бизнес такой по скупке долей квартир? Никакого бизнеса нет. Покупаю недвижимость, если это выгодно. Невыгодно, продаю. Я ее не выгоняю. Это меня не пускают. Вы не понимаете, пусть живут, ради бога. Хотя бы одну комнату из трех мне можно выделить? Или нельзя? Он купил долю. Его доля в натуре не выделена. То есть это и не в каждом сантиметре моя доля и его доля. Да? Разделение Богу, доли в натуре происходит через суд. Я плачу коммуналку, эта женщина там живет. Одна в трехкомнатной квартире. Как вы считаете, это нормально? Хотя бы в квартиру попасть я имею право? Я собственник. Это мой замок, моя дверь, моя квартира. Я могу делать, мне сказал участковый полицейский, все что угодно. С замком, с дверьми и так далее. Потому что я собственник. Это все равно, что вы пришли бы в свою квартиру, и вас там кто-то не пускал. Вы же бы взломали дверь. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как можно законным путем разрешить эту ситуацию? В данный момент не могу ничего сказать. А действительно новый собственник может зайти и жить в этой квартире? Или он должен дождаться решения суда? Пройдете помещение ТСЖ? Замок сломан, он забил его металлом. Работает только верхний замок. Его МЧС... Прошу. Заходите, да, заходите, заходите. Вас я не пускаю. Ну, вот смотрите. Я вас не пускаю. Что? Не пускаю я вас. Вот мы. Здравствуйте. Прекрасная у меня... Дочь, она не знает, что я дочь. Дочь, да, Марина. Да. Дочь Марина. Да, она меня обслуживает. Вот видите, когда они выселили маму, а я его сюда опять вселила, чтобы они нас не мучили, я сделала вот такую решетку, видите? И мы за этой решеткой, вот замочек, жили здесь с мамой вдвоем. Здесь она была, здесь я была. И мы выходили из этой комнаты только когда Романа Федоровича не было дома. То есть туалет у нас был, вон, видите, вон туалет. Вот, видите, мы ходили в туалет здесь, на балконе. И мы выходили из этой комнаты, сидели целый день под замком, только когда Романа Федоровича не было в квартире. А Роман Федорович это кто? Это муж, второй муж моей дочери, которую она сюда вселила. Данная сделка будет признана незаключенной, даже не действительной и незаконной. И кроме того, статья 10 «Злоупотребление правом». Он знал, что здесь проживает, двое людей, один из которых инвалид. Вся эта ситуация с продажей доли в квартире Марины Добрунник дочерью риэлтором началась с постепенно теряющей дееспособность бабушки. Как говорит Марина Добрунник, она хотела, чтобы ее мать жила с ними, так как сама она себя обслуживать уже не могла, а дочь Марины Добрунник требовала ее отселить. Дочь утверждает, что все было в точности наоборот, но тем не менее с этого момента начались скандалы и конфликты в семье. В конце концов, дочь и решила продать долю в квартире, которую мать купила еще в 2005 году и по доброте души, как она говорит, выделила там дочери долю. Вот комментарий самой дочки Марины Добрунник Галины Романовой. Там нет такого, что это бедные несчастные старушки, знаете, там побираются последние куски крошки хлеба, такие беззащитные, прям вот беззащитные. Вот, это все вранье, конечно. Имущество у нас много разного на тот момент было, и в Сарове до сих пор осталась у нее квартира, и у бабушки Галины Ивановны Ломовцевой, которой она прикрывается в своих интересах, тоже есть квартира. Не смогли мы договориться мирно. Вот. Почему я должна свои интересы, или ждать там, извините меня в кавычках, как там говорят, ждите, пока умрет, вам все достанется. Понимаете, я сейчас хочу жить нормально, спокойно. Вот.
Женщина упакована, Марина Владимировна упакованная женщина, все у нее есть. То есть она выбрала тот путь, это она выбрала, она, значит, получила то, чего хотела. Она выбрала такой путь конфликтов, скандалов, привлечения госорганов, привлечения СМИ. А такие, как Марина Владимировна, понимаете, они всех переживут, она будет еще долго жить, счастливо, проживет 100 лет еще, понимаете, и всем мозг еще сожрет, понимаете, и меня переживет еще. Я ничего не могу сделать, пусть кто-то другой, значит, с ней общается. Ну, вот так вот, просто, знаете, сбросила с больной головы на здоровую. В полиции нам сообщили, что получали на протяжении нескольких лет массу заявлений от дочери и от самой хозяйки квартиры друг на друга. Они в этот конфликт не вмешиваются, так как разрешить его силами полиции невозможно. Точку в этом деле должен уже ставить только суд.